У тебя же прическу поломала чуть-чуть. Где моя прическа? Тебе сломала голову. Рита, ты... Мы уберем. Ты поделилась своим умом. Ребят, смотрите, вот сейчас формируется постройка. Это новый корабль. Рита, выходи из-под него. Выходи. Это новый корабль прямо сейчас появляется в воздухе. Какой-то интересный, как каждая деталька прорисовывается. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я сейчас буду водителем. Ты не знаешь, чем ты сейчас там будешь, но будет что-то интересное. Ребят, всем привет. Мы сегодня пригласили двух строителей Red Cat. Кому интересны корабли, на его канале много всяких корабликов Red Cat. Спасибо тебе за твоих строителей. Спасибо тебе. И сегодня у нас будет две крутые постройки, мы на них проплывем. Давайте посмотрим. Первое, это идет... сейчас увидим, что будет. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Друзья, смотрите, оказывается, у нас строится не один танк, а два танка. Давайте, чтобы мы удачно доплыли, вы поставите лайк за 3 секунды. Один, два, три. Отлично, спасибки. И мы, я надеюсь, смотрите... Кстати, напишите в комментариях, как называется этот танк. И также, как называется вот этот танк, кто знает. Это зеленый танк, а это желтый танк. Потрясающе, потрясающе просто. Зеленый танк, это бежевый танк. Здравствуйте, вы видели там танки? Какой, зеленый или бежевый? Да. Ребятки, да, смотрим, вот что сейчас с ними происходит. Они малюсенький танк и большущенький танк. Большущенький танк. Не прогруженный танк, а там прогруженный. Не, они прогружаются, просто очень много деталей, и он отстраивается потихонечку у него все появляется, и он... Это либо отдельные детали постоянно, либо вот что-то... Нет, я видел, что он прям кусочки, видишь, каждый кусочек формирует... Может, так и делать. Нет, мне кажется, здесь прям каждую детальку он вырисовывал. Это вообще адский труд, просто адский труд. Я бы этому чувачку... Да, вот смотри, каждая деталька тыкс-тыкс появляется. Ему надо, короче, ставить лайкосик этому пацану, молодец. Так, ну, кстати, второй пацан тоже сделает какой-то классный корабль. И мы увидим, что там будет, поэтому до конца досмотрите. О, я уже могу забраться. Только частично. Рита, иди, я на тебя встану и запрыгну наверх. Да почему ты на меня? Давай я на тебя. Давай кто? О, я на него встану. Не получилось. Ладно, сейчас. Итак, ребятки, все, они загрузились. Только вот они залезли два туда. В смысле, он что, ездит, что ли? Все, дайте мне. В смысле, это как? Это что, реально, он еще и ездит тут? И башня вертится? Это что? А я не знаю. Тут некоторые детали, смотри, у него кусок вывалился, я не знаю, поедет он, не поедет. А как плыть? А вот дверка, наверное. Откройте, тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, откройте дверь. О, ты провалилась. О! Ты за руль села. Стой, у тебя части вываливаются, стой. А куда? Что стой, остановись. Оно само. Мне просто села, он поехал. Стой, на месте, дай залезу хоть, что ли. Сейчас, ребятки, все, сейчас будем отплывать. А что части-то? Итак, мы сейчас нажимаем кнопочку отплыть. Один, два, три. Все, мы поплыли, всё, ребята, все. Держитесь, так, танки. А, нет, нет, не верти башней. Оно само. Не верти башней, нет. Он сам это делает, я не делаю. Фух. Это что? Что, не знаю. Что происходит вообще? Что происходит? Всё. Арина просто спокойно стоит. Арину трясет просто, ее колбасит, танк вибрирует. Один остался там почему-то. А, меня сносит. Нет, 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 я хочу стоять, я хочу быть жить. Так, он как-то, не знаю, поворачивается сам. Я не знаю, что делать с этим. Ты не шевелись просто. Вот, все, ты не шевелишься. Ну, очень долго ехать будет. А выстрелы там есть? Нет. Ну, кстати, конструкция очень прикольная. Так, так. Держитесь! Нет! Я запрыгнул обратно, меня пнул танк! Ну, мы с Ариной пока что доедем. О, там, ты внутри? Да. Тебе хорошо, я получаю 8 слитков. А чё, танк просто проезжает по этим штукам, он даже не ломается. Да ты чё? Это реально танк. Да ты чё? Да. Ничего себе. Прикольно. О, отплыть. Погнали, о, еще! Давай. Погнали! Давай, погнали, погнали! Я буду вас ждать! Давай, запрыгивай! Ой, только я застряла! Запрыгивай, а поплывем! Как отстрять? Ой, у него колеса выпали! Мы уже вряд ли куда-то сможем поплыть! Слушай, а что такое? У меня вон, смотри, что-то с миром происходит! Ой, а я уже плыть не могу, наверное! Что происходит? Что такое? А что ничего непонятно, вон где карта! А, еще не прогрузилась, бывает такое! Тык-тык-тык!
Все, а рассыпался, рассыпался. Итак, ребят, сейчас появится новая постройка. Смотрите, бамс, начинает появляться. Я сейчас ее быстро прогружу тут настройкой. Моментальная загрузка. Включаю. Бамс, быстро загрузился. И чтобы не лагало, я отключу сейчас. Сейчас смотрим. Смотрите, ребятки, он загрузился. Офигеть, яхта, обалдеть. Сейчас я, подождите, отключу моментальную загрузку. Все, пока не отплываем, не нажимаем отплывать. Обалдеть, вот это яхта. Вот, Рита, вот что надо строить. Папа, ты что, ой, там это уже... что? Это яхта, это... У нее даже бассейн есть. О, все, я пойду к вам. Да ты что, ребята, давайте останусь. Тут кнопочки есть в этой яхте. Тут шкафчики. Я такое же хочу сделать, так, все, тут даже туалет Я тут даже смотри, отвернитесь, ребята. Все, ты что подсматриваешь? Пацан, что подсматривает? А ты вообще прозрачный. Ты меня не видел, и я тебя не видел. Обалдеть, смотри, кран есть, вода течет. Ой, что так зависает? Холодкомп есть. Я свет выключу. Видос. Нет, нет, включи, включи, Рита, включи. Мы же смотрим, смотри, супер-мега-кроватка. Так, я в туалет. Дрыхнуть. Что ты там в танках делала, что тебе сейчас срочно в туалет надо идти? Я просто ехала. Ребят, смотрите, что тут еще такое? Это что такое, лифт или что это? Комната грусти, что это? Что это? Непонятно. Арина валяется. Это непонятно. Арина отдыхает. Я не топчусь. Ей классно, ей классно. Это вообще супер яхта. Это только первый этаж. Все я себе заберу. На второй этаж идем, ребята. Второй этаж, какая. А что там, управлять можно лодкой? Не знаю, но тут есть, смотри. Тут есть, обалдеть, в джакузи плыть можно просто, обалдеть. Сиди в джакузи и плывешь. Кстати, пап, смотри, сейчас увидишь. Это, не надо ничего, не хочу смотреть, я сейчас все увижу. Ну посмотри, сейчас увидишь. Вот иди обратно. Нет, 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 ты что тут? Обратно. Смотри, тут есть... Место для меня для управлять 100% норм, окей, гуд. А для тебя нет, это мое место. No, написано. Только не запускай. А! No signal. Кто корабль запустил? Кто запустил? Мы поплыли, нет, ребята. Не успели рассмотреть ничего. Я уже успел что-то посмотреть, но ладно. Не все. Ладно, я, короче, за рулем. Кручу, верчу кораблик, все. Четко no signal, no signal. Это я, наверное, нажал no signal и погнала. Все, там, смотри. Рита, смотрите, ребята, Рита по яхте спокойно ходит. Да, тут просто спокойно можно... Все безопасно. Мы сейчас посмотрим. Главное, к краям не подходить. Слушай, мега яхту просто чувак сделал. Красавчик. Я в кораблях такой, кстати, честно, первый раз вижу. Это вертолетная посадка. Ну, у Red Cat'а я видел огромный Титаник. Ой-ой-ой. Настоящий, крутой, да. А тут вот... Я вставать не буду, это супер. Ты, кстати, Рита, вон иди в джакузи. Смотри, спереди. Ты посмотри, как у меня что-то происходит. Что у тебя происходит? Как я лагаю. А что такое, корабль застрял, что ли? А что мы так медленно? Мы такие быстрые, ребята, очень. Смотрите. Ты же обещал мне, что будет быстро. Ой, ты куда? В смысле? Я что, рулю им, он что летит? Ли? Папа, ты меня сбросил! Я... Вы... Меня обратно! А как? Я выпрыгнул! А, я балбес! Я балбес! Я балбес! Папа балбес! Так, ребятки, дубль 2. Сейчас... Дубль. Вот смотрите, мы даже не успели отплыть и уже утопили Титаник возле берега. Просто сразу его утопил папа. О, посмотри, как я... Потому что я просто решил нажать в бок кнопочку вперед, назад, и его начало вот так вот... И меня выкинуло! Шпандурить вообще просто. Сейчас посмотри, какие... Сейчас корабль вызову заново. Посмотри, как я бегу. Сейчас я мгновенную загрузку сделаю. Это корабль. Не надо, мне сейчас... Телефон взорвется. Так, все, я иду, занимаю место джакузи. Занимаем места. Корабль вот отплывает здесь, через 10 минут. Я вот здесь. Через одну минуту, точнее. Папа, мне джакузи. Не, я в джакузи. Ну, я не... Тут не... вот еще есть места. Я... Где? Вот, 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 смотри, сидушки. Давай есть. Мы вместе сядем, ну, потому что скучно будет одно лететь. Да, мы... Все. А тут, кстати, вот сзади есть еще одно место. Ой, я в безопасное пойду. Тут два места, тут 4 места в джакузи, Рит. Итак, мы нажимаем «Отплыть». Вы хотите отчалить? Да. Все. И все, мы поехали. Мы поплыли, отлично, ребятки. Вот и... Так, водитель, который создал этот корабль, нашел интересный способ путешествия. Ого, вот это мы подпрыгиваем. И он называется «Колобок». Яхта колобковым образом плывет вперед. Так, сейчас будем плыть 200 Все, вроде лет, нормально. Смотри, лет. Мы целые? Целые, мы еще целые, с нами все в порядке. Так, какая классная водичка, замечательное путешествие. Я что-то головой стукнулся во что-то. Эй, эта фигня нас не пускает. Давай. Ой.
Ой. Ой. Мы остановились. Нет, это экскурсия. Можно посмотреть. Обратите внимание, девочки, справа. Справа цветочки, слева цветочки и бабочки. И мы снова полетели. Да, снова способ колобка, передвижение. О-о-о. Бамс, отлично. Ой, 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 мы сейчас умрем. Мы сейчас умрем. Рита, мы будем жить. Так, что он делает? Куда мы? Зачем мы обратно? Я не знаю, у него хитрый способ какой-то. Наверное, он знает... Он хочет нас убить. Рита, он хочет нас довести до конца. И убить. Рита, у него все получится. Все, мы сейчас доплывем. Получим золото, и будет все супер. Я думал, сейчас она опять что-нибудь такое скажет. О, самое интересное, что у нас из джакузи не вытекает вода, да. Ребята. А мы просто прилипли, она заледенела, и мы теперь превратились. Нет, она желе. Мы застряли во льду. Так, так, корабль, кстати. Пап, я у тебя заберу шляпу. Как, смотрите, какое название у корабля. Пельмень. Пельмень. Мы на пельмени течем. Ой, плывем. А что-то по нам стреляют, а нам нормально. А Аришка вообще лучше всего спряталась. У него пол головы вообще в этом, в желе, смотрите, сидит. Так, давайте. Давай доберем. Какие-то стрелки в нас летят. Ой, сейчас все, сейчас мы умрем. Мы все умрем! Почему он атакует нас? Капитан, главное, там нормально себя чувствует, а по нам идет атака со всех сторон. Сейчас вода вытечет, смотри. Чуть-чуть бортик поломало у нас в бассейне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя аж прическу поломала чуть-чуть. Где моя прическа? Тебе сломала голову. Рита, ты... Мы умрем. Ты поделилась своим умом. Давайте, смотрите, корабль весь выплывет или нет, или только половинка? Половинка. Весь выплыл. Мы выплывем, а он останется там. Арина еще больше погрузилась, скоро у нее по глазам вода будет. А я вообще лысая. Ты лысая, Рита. Мы перевернулись, и у тебя парик отвалился. Ты была лысая, получается. Мы тебя разоблачили. Ну вон оно как. О, мы сейчас, смотрите, мы сейчас кегли снесем просто. Да. Это хитрый способ корабль наклонить и вот так вот проплыть. И мне в глаз шляпы. У него, кстати, борта очень крепкие, стрия, они не ломаются, не портятся. Все еще целенькое. Ну, внутри, конечно, что-то там уже не очень. Ты думаешь? Да. Не, мне кажется, все нормально. Сейчас посмотрим. Вот. Все плохо. Все, я провел инвентаризацию внутренности корабля. Все окей. Главное, не подпрыгивать. Так, мне кажется, ты стала еще более лысой стала. Не, у меня голова просто подгладилась. Зашлифовала голову твою. Все, давай. Чуть-чуть осталось. Смотрите, ребят, до финиша. А где мы финиш? Вот мы. Вот смотри, сундук с пальмой. Вот это самое последнее, это финиш. Кстати, мы здесь заработаем очень много денег, если доплывем до конца. Потому что мы... Потому что мы каждую карту проплыли. Смотри, минное поле пройдет корабль. Мы все умрем. Корабль бам. А, метод колобка вперед. Нет, мы все умрем. А вот, кстати, уже немножко дно. Не, смотри, что делают. Разваливаются куски. Это оно. Да, оно само, да, само оно. Нет. Мины взрываются, минные подводные, да. Еще у нас забирает инопланетяне. Где? Корабль. А здесь рыбы сейчас. Дори. Смотри, рыба надулась. А вот что это за лыба? Злыба. Это не рыба, это злыба, ребята. Не, смотрите, лыба просто. Он надулась и стала злыбой. Это рыба. Злыбой. Вот видишь, вот что у нас воздух. А что она в воздухе делает? Она... Мы сейчас ее ломать будем. Какая маленькая, миленькая, а сейчас будет не миленькая. Она переплыла вперед и назлыбилась опять. Назлыбилась? Да, злыба. О, папа, привет, как Давай, дела? Привет. Я вот лысая еду. Ну что мы там вообще? Ну когда мы поедем? Я не знаю. Методом нашим любимым. Давай, колобком. Давай, едем колобком. Ура, мы едем колобком. В обратную сторону. О, как красиво. Наружу было, да? Да. Так, ребятки, мы немножко застряли. Чуть-чуть. А, рифы и кораллы застряли на... Сейчас мы умрем! Мы все умрем. Ты оптимистка, смотрю. Вон Арине все пофиг, она сидит... Арина улыбается, сидит. Я тоже улыбаюсь, не знаю почему, а что мы обратно? Капитан, ты не туда плывешь! Мы застряли. Так, он нашел способ, так. Ой, Нет, мы думали, что сейчас до
поедем. Наш пиратский корабль рухнул вниз. Да. Итак, сколько? 80. 100 ровно. Так ты больше получила? Да, потому что я лысая. Лысым больше платят. У меня 2 редких. А у меня один самый редкий. 2 супер редких. У меня такой же был. Вау, один. Тут танк вон носится. Смотрите, пока сейчас мы... покажу, смотри. Смотрите, тут танки гоняют, пока мы там это купаемся на корабле. Мы купаемся, а они там. Прикольно, он даже ездит, офигеть. Эээ! Что за дела? Ребят, это были корабли. Неудачные. Почему? Потому что мы все умерли. Ну да, реально, ребят, мы не доплыли до самого конца, но было очень весело и прикольно. И пельменно. Да, корабль был пельмень. Подписывайтесь на канал, на наш канал, ставьте лайки, напишите в комментариях. Папа, дочки, давайте еще поплаваем на кораблях, мы обязательно это сделаем. А вы были на канале? Папа и дочки Геймс, с вами сегодня были папа, и... дочка, Рита. Да не я, Рита, а ты, Рита. Хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока.